сцену я приглашаю, в общем, еще одного резидента клуба «Брестский квартирник» Светлана Томчаковская. Многие из вас знают Светлану как фотографа и видеолетописца всех питерских концертов. И Светланы Сургановой, и Кати Шемилевой, и Ольги Виор, и других наших музыкантов и поэтов. Но также многие, наверное, знают, что Света прекрасно читает стихи. Всякие разные, причем... Особенно ей удаются экспромты у памятника Пушкину. В этом году Светлана подготовила особенное произведение своей знаменитой тезки. Что такое «С»? Может, Светлана, может, страсть, может, секс. Слово «смерть» в заголовке слишком резко и прямолинейно, и сразу лишает иллюзий и ассоциаций. Но мы вас лишать иллюзий и ассоциаций не будем, и Светлана уже у микрофона. Предчувствие смерти, как это ни странно, возникло в подкорке моей. Постоянно беззвучием растет в голове окаянной. Я жду твоей смерти, но как это странно. Разбросан по тактам, по нотам, по грифу жизни и смерти крутой поединок. Памяти слепки лишь признак кончины. Не сыграна львами роль первопричины. Я люблю тебя, видишь? Я люблю тебя, слышишь? Я люблю тебя, знаешь, как тоскует мой дом. Я хочу тебя, слышишь? Увидеть на крыше и успеть тебе крикнуть: давай еще поживем. А руки дрожат, набирая твой номер. Цифры на диске и те со мной спорят. И был бы хоть повод для этакой ссоры, но руки дрожат, набирая твой номер. Проклятие забвенью, не слишком ли поздно? Прозреть и проспать не так уж и сложно. Что проще? Вопрос. Мне его не постигнуть. Самой умереть. Или видеть, как гибнут. Я люблю тебя. Слышишь? Я люблю тебя. Видишь? Я люблю тебя. Знаешь, как тоскует мой дом. Я хочу тебя, слышишь? Увидеть на крыше и успеть тебе крикнуть: давай еще поживем. На чаше весов легло равновесие. Ликуйте, философ, ликуйте, созвездия. Свершились события с названием «Жизнь», а сразу за нею смерти пожи. А я, подобие слабой улитки, прячусь за рифмы, бегу за улыбки. Что проще? Вопрос. Мне его не постигнуть. Самой умереть. Или видеть, как гибнут. Я люблю тебя. Слышишь?